Да, песня на твой август. Про август. Я сидела в августе 91-го в тюрьме в зоне. Так, вот, что происходило? Вот, подводка к песне. И нас сначала построили, мы вообще не знали чего, но это забор, мы ничего не знаем. Вот, объявили построение, мы там часа два, наверное, стояли, не зная ничего совершенно. Информация до нас не доходила, и потом нас разогнали по отрядам и велели сидеть на шконках, на кровати. И вот мы как это... И тут, значит, нам сказали, что путч, и может актив, может администрация умышленно, скорее всего, такую информацию, значит, что вокруг зоны стоят танки. И так как мы не являемся гражданами, как мы отбросы общества, нас сразу на истребление. Ограничены в правах, и не надо тут это рассказывать. Что? Продолжайте, продолжайте. Что к нам отношения... Не то молодежи рассказываете, вот что я вам говорю. Что я там была. Ну да, еще неизвестно, извините, по какому поводу вы там были, поэтому... Как и все там были. Так, если вы были политические, то это другой вопрос. Причем здесь нас всех посадили, Марина, на шконки? Я была прокурором, я тоже не понимала, что происходит. Как вас зовут? Да. Как вас зовут? А расскажите, пожалуйста. Не важно, я участвую. Участвуйте. Представьтесь, меня зовут Катя. Мне Катя зовут. Я смотрю, не это ваше мнение. Я говорю о том, как вы относились к нам. Катя. Мы были не на любви немножко, поэтому... Давайте просто... Нам умышленно, чтобы мы никуда не лезли, чтобы не было бунта, скорее всего. Правильно, потому что и нормальные люди не понимали, что происходит. Но мы не могли нигде взять другой информации. Марина, сейчас будет песня, Кать. У нас есть формат общения, мы дадим вам слово высказаться, если вы хотите. Правильно? Да ладно, я очень не хочу, чтобы молодое поколение искаженно представляло ситуацию. Екатерина, смотрите, какая ситуация. Мы сейчас, вот уже высказался Павел, человек, которому было сколько? 8 лет, но он как бы научный сотрудник, который занимался этой темой. Высказался Александр, правильно? Поэтому у нас будет возможность высказаться у каждого, и молодежь узнает историю. И историю молодежь узнает со всех сторон. Значит, мы свидетельствуем. Вы не мешайте, пожалуйста, у нас идет мероприятие. И у нас сейчас песня в исполнении Марины Клещевой. Ура. Давайте поаплодируем. А я пела на чашку леска. Песни то брату отрезвела и подпевала в унисон. Я птица, я пою, а клетка, да бог с ней, с клеткой и не препон. Душа летит к свету и срать ей на любой закон. Непонятно. Заставляет меня петь то, что придумал на ходу. Я что должна учить? Выдумаю. Сижу с этими бумагами, как дура. У них импровизация, а я сижу с бумагами. Ну пусть поет сам. Импровизация. Уже ничего не сделали, потому что они тему все съели. И Брежнева уже съели, и там много уже купили. Нам Ира расскажет, как он лежал здесь. Знаю ни одного человека, который не видел. Мне кажется, но тем не менее, Ельцин. Ельцин тогда занимает должность президента. Ты будешь? Я не буду. Пойди попросить. Плачу снова, милый, по тебе сегодня плачу. Слезы, я, наверное, с ума сойду от слез. Абони взял, уехать бы остался сейчас. Чек надо? Нет, к сожалению. Пусть удачу мои слезы принесут. Удачу. Это будет в кадре?
начинаем вставлять. Спасибо. Уже без аппетита. Сейчас полетит. Это мой обед пожелает. Сделай прям сытно. Издевательство надо мной. Прокурорша какая, да? Ага. Сначала. А как в Можайске была такая, решила рассудить, да? В тот день тут вы гражданами не стали потом. Нас выписывали, не упадет. Нас лишали жилья. Просто интересно. Была надежда, да, были лучше. Четыре года назад ты куда-то думал. Свобода или смерть? Вернулись назад куда мы? В советские времена прежде. Я пытался что-то сказать, ты мне говоришь, подожди. Нет, смотри. Заткнись. Смотри. Это ужасно. Есть, объясняйте. Есть? Я понимаю. Нету, есть? Нету. Есть? Есть сценарий, по нему работать правильно. Не стали. Ты, вот, дай лечу людям слово дашь, сказать. Дашь высказаться? Не дам. Ты же мне не давал, ты мне не дам. Есть ведущий, правильно? Человек? Да, да, да. Полис, вот это уже, так сказать... Модерировать. Да, сейчас идет. Ты я мне понимаю. Кивни, скажи, я сейчас спою. Я закончу и скажу, а теперь поет мне. Ты мне вообще сказал, сиди пой. Я сижу как дура и думаю, что мне петь. Ты мне заранее мог подойти и сказать, Марина, спой что-нибудь петь. Вспомни как. Я как дура. Нет. Ты меня затыкаешь. Все, Марин, я виноват. Все, косяк ты. Косяк, да. Все, мы проехали? Да.